Здравствуйте, друзья! Я все думаю, как разнообразить нашу с вами жизнь на канале, и подумал сделать такую рубрику новую. Вот я специально под нее уже плейлист тут создал. Называется «Интервью с блогером». У нас на самом деле было больше, чем 9, вот, которые тут видны, но кое-кто из блогеров исчез за это время в силу разных причин. Или, может быть, даже канал есть, но вот видео поубирали. Вот с Ирой Мамцин мы встречались. Вот я, к сожалению, не могу дать ссылку, потому что там ничего нет на канале у нее. Поэтому вот так я поскреб там по сусекам, значит, там пошмонал и нашел 9 человек. Несколько вполне таких вот недавних. Если я кого-то забыл, обязательно дайте знать. Я просто так вот по памяти, значит, нашел. И этим небольшим сюжетом я на самом деле хотел просто сделать такое приглашение тем блогерам, которые, ну, в основном я думаю о тех, кто не очень известный, там, не очень раскрученный, но хотя бы там, допустим, если видео, ну, 20 у него есть, то я бы уже тогда начал всерьез рассматривать, то есть есть на что посмотреть, есть возможность понять, значит, там, с кем мы имеем дело, перекинуться, может быть, в скайпе парой слов, потому что я все-таки я денег за это не беру, и я не в бизнесе по раскрутке блогеров, я в бизнесе по созданию интересного контента для тех, кто у нас подписан, и, ну и просто нас смотрит. У нас 40% просмотров от подписчиков, и 60% это люди, которые не подписаны. Может быть, они нас знают и иногда заходят, но просто вот как бы не получают там наши рассылки и так далее. Поэтому как бы мой интерес основной в том, чтобы вот интересных людей представлять. С другой стороны, если человек интересный и он как бы хочет, чтобы о нем узнали, то я думаю, что, в общем-то, мы в этом смысле одна из лучших площадок. И не имеется в виду все-таки блогеры, которые там, ну, допустим, где-нибудь там в Украине или Российской Федерации, хотя это не исключено. У нас вот был парень из Уфы, приходил, и как бы почему нет. Но все-таки, значит, у нас тематика такая больше зарубежная. Это не обязательно из Соединенных Штатов должен быть человек. Вот у нас есть Василиса Васильева, она из Праги. И может еще кто. У нас есть известные блогеры здесь. У нас там и Шушаник есть, значит, на этом, в этом плейлисте. У нас там есть и Оля Брукман, и тогда и Хвостович там есть. Ну, я уже просто всех собрал, как бы включая известных, чтобы был такой плейлист. Но, в общем-то, задача моя привлечь людей, может быть, не обязательно известных, может быть, у них больше мотивации. Но и известных тоже я абсолютно не ограничиваю никак. Вот, так что это приглашение. Единственное, что, ребят, те из вас, кто смотрит это, я вас очень прошу, не пишите мне в личку и там или что-то, что вот есть такой человек, почему бы вам его не позвать, вот почему бы вам его не пригласить. Значит, у нас обратный процесс. Значит, мне в личку пишет человек, который хотел бы, чтобы его показали. Я приглашаю сразу всех. Я не приглашаю поодиночке. Я приглашаю абсолютно всех без исключения. И ну, если, я не знаю, там, если вдруг у меня возникнет какой-то особый интерес, я могу индивидуально тоже, но это, в общем-то, приглашение сразу ко всем. Если вы кого-то знаете, кто классный, а вы все вместе, представляете, сколько вы народу знаете, поэтому скажите им, что вот есть приглашение, да, оно к ним относится непосредственно. Поэтому, если у них есть такой интерес, пусть в личку пишут, и я с радостью, с большой, это буду делать. Я не могу каждый день по одному, это будет, может быть, слишком интенсивно, да, собственно, мы столько и не нагребем народу, но, допустим, там, раз в недельку, я считаю, было бы очень здорово знакомиться с каким-то новым интересным человеком. Если у нас найдется там 50 человек на год, я так думаю, а почему нет, с другой стороны. В общем, как бы я забросил вот туда, грузил с наживкой, значит, в пучину вод зрительских, значит, а вы уже тогда подключайтесь, и ну и те блогеры, которые нас смотрят, я знаю, что нас ребята посматривают и иногда комментарии оставляют и так далее, значит, это не будет разговор с целью раскрутки человека, то есть это будет разговор с человеком. Если это каким-то образом, как интересная беседа, позволяет там ему приобрести там поклонников, сторонников, там зрителей, подписчиков и так далее, я буду только рад. Но это должен быть интересный разговор, а не сейлс, как
спич какой-то, значит, мы этого тоже не хотим. Нам нужна интересная беседа. Мы же блогеры, мы же понимаем, что наших зрителей надо развлекать, радовать, удивлять, веселить, там, полезное что-то такое говорить. Так что вперед! Мое приглашение еще раз относится абсолютно ко всем блогерам, и я рассчитываю, что вот наши зрители, значит, там, которые на других каналах тоже участвуют, вот они там подергают их и скажут: ребята, а вот есть интересная там, есть возможность такая. Счастливо!